Сейчас будем фарш молоть. Пацаны приедут, будем котлеты ляпать. Так у нас получился фарш. Сейчас будем попозже попробуем пожарить. Готовим ужин. Делаем зажарку. Рис сварим. Котлеты пожарим и будем кушать. Набор босса. Ну, такие вот у нас получились котлеты. Какие-то темные какие-то. Вот. Замесили тесто на пирожки. Будем делать пирожки с ливером. Ни разу не делали, посмотрим, что получится. Ну тут соль, сахар, дрожжи, яйцо. Что такого больше нет. Порезали печень говяжью. Я вот не знаю, как делают. Или сырым его молотят, или вареным молотят. Решили сварить. Сварился у нас ливер. Сейчас будем его молоть. Потом добавим туда рис. Готовая начинка. Сейчас тесто подымется. Будем ляпать. Вот. Клеенка, Леха, пригодилась. Вот это вот. Остаток. Гирсу для пирожков. Сковородка, 4 пирожка же влезет, да? Ну, смотрим. Масла много не лей. И руки смотрю, у нас прилипают.
такие вот пирожки у нас получаются. Золотистые. Наверное, очень вкусные. Таежные пирожки. Вроде что-то прибавляется. Решили сделать с медом. На пробу. Смотрим, что будет. Тяжелый. Все. Ну как, Константин Владимирович, пирожочек? Вкусные пирожки получились. Очень вкусно. Замечательные, да? Замечательные прям. Пацаны приедут, спекем, обрадуем. Припеклися.
будем делать лепешки. Дрожжевые. Что-то то хлеб. Костя говорит, у меня получается кисло. Про чё книга-то? Детектив молодежный. Молодежный. Убивает, наверное. Убили уже. Убили. Виновника ищут. Да так интересно. Да. Ты не идёшь в уме. Поржать можно здесь даже. Все, дрожжи вроде подняли. Сейчас посвечи, поднимися. Так, собаки. Что ты светишь, смотришь, блядь? Ты дверь снимаешь, блядь. Что ты вверх, что ты меня снимаешь? Полежа здесь маленько, подымусь и будем вырубать. Открывать не будешь? Буду сейчас. Пика что-то отсидела ее с вольера. Кушает плохо. В будку залезла, сидит. Вчера рожки свои оставалось, дал. Рожки съела. А вечером ихнюю пайку дал. Что-то вообще плохо поела. Залезла, не вылазит, сидит вот. Ладно. Пусть сидит одна. Сиди, Тика, сиди. Тут тепло тебе, хорошо, сиди.
Дай кольца, вот снимай, сейчас пропилю. А? Поснимаю, пропилю. Забилась, вон. Сейчас попытаемся снять, почистить. Так, Костян, я забуду придерживать вот эту вот лестницу. Вставай прямо на эту, на верхушку лестницы. Держи тогда. Я держу. Ты за трубу поосторожнее. И все. Тихо, 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 тихо. Куда ты полез? Нет, нет, за второе колено бери. Куда она тяжелая? Ну а как ты хотел, она забита? Она у меня упадет с рук. А? Она у меня упадет с рук. Ты потихонечку ее по этому опускай. Здесь тут неудобно стоять. Все. Опускай потихо. Я у тебя тут ее при... Понятно. Слетела. Ну она забита полностью, но... Давай вот эту потихо спускай. На лестницу облокачивай. Сам спускайся. Посмотри. Мне надо здесь забитое тоже. Сейчас я тебе дам палку. Сняли. Тут все, дегти. Сейчас будем чистить. Вон. И не видать даже. Сейчас посмотри, как это с одного колена. Вот так вот сейчас более-менее. Второе вообще вон забито. Сейчас его надо почистить будет. Вот сколько шлака получилось. Выскочило. Ну все, поставили, потому что снимать некому было. Ставили вдвоем. Стоит. Сейчас затопим, посмотрим. Будет дымить, не будет. Не должна. Че? Сейчас будете есть. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Малыш, сейчас. Бой, а ты что не тявкаешь? О, подперла. Все. Печура пошла. Вот вылезла, блядь, встала, сейчас что-то собралась куда-то. Ага, вон, обратно, на блёшку, блядь. Сегодня полную чашку ее вчера вот наложил. Сейчас на мешки залезет и будет лежать. Худющая, бля. Там суп или рожки, что остается, так даешь ей, вроде что-то пожует, а кашу вообще не ест. Кот ей таблетки давал там.
антибиотики эти, а что толку, блядь? Я их с неделю назад с Валера выпустил, чтоб сама по себе тут бегала, бля. Не знаю, приедешь, разбирайся.